разбежались все цвета, но куда и почему, ничего я не пойму. Без огоньков мне никуда, помогите мне, друзья, поможете мне огоньки мои найти. Да! Спасибо. А на чем же мы с вами поедем? На поезде. На поезде. На поезде. Конечно, тогда занимайте свои места и едем на велосипедная доска. Умничка, если нужно вам лечь.
больница, 100 серьезных докторов, там вам скажут, будь здоров. Знак больницы. Хорошо. Ты, шофер, не торопись, видишь знак, остановись, прежде чем продолжить путь, осмотреться не забудь. Движение без остановки запрещено. Правильно, ребята. Ту-ту-ту. А наш поезд снова отправляется на следующую станцию. Занимайтесь свои места. Готовились? Да. Поехали. Едем, 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 далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем, а в песенке поется о том, как мы живем. Посмотрите, мы прибыли на следующую станцию. Ребята, на дорогах бывают разные ситуации. Посмотрите, под указателем находятся карточки с такими разными ситуациями. Нам нужно будет с вами определить, что можно, а что нельзя. Давайте с вами присядем на стульчики. Так, у нас есть волшебная указка. Давайте рассмотрим с вами карточку, на которой вот изображен мальчик, играет с мячом. Саша хочет. Вот он. Ну я хочу. Давайте тихонечко послушаем. Мальчик играет на дороге. Ну можно мне. Играет с мячом на проезжей части дороги. Делать это нельзя. Так можно убить. Не заметите приближающий автомобиль. Так, можно не заметить приближающийся автомобиль. Нет. Правильно. А где же можно играть? На площадке. Нет. В парке. Нет. И во дворе. И во дворе. И правильно, нет. Ребята, все согласны? Да. Молодец, Саша. Можно мне? Давай, теперь рассмотрим с вами следующую карточку. Я. Вот девочка стоит и думает, куда же ей дальше идти. Ну давай, Матвей, расскажи нам про карточку. Девочка собирается переходить дорогу. Делает она это все правильно. Она стоит? Она стоит возле... Возле тротуара. У края тротуара, да? Под каким же знаком она стоит? Про пешеходному переходу. Надо посмотреть сначала налево, направо и снова налево, чтобы убедиться приближающие автомобили. Чтобы убедиться, все ли машины остановились. И можно переходить смело дорогу. Дорогу. Правильно. Все ребята согласны? Да. Молодцы. И осталась третья карточка. Ну давайте Сашу послушаем. Девочка переходит дорогу по пешеходному переходу. Она делает это правильно. Так. Она переходит дорогу через зеленый свет светофора. А это для кого светофор? Для пешеходов. Так. А водители? А водители знают, что в этих местах разрешается движение пешеходов. И что они делают? Они просто снижают скорость и внимательно следят за дорогой. Ну правильно, ребята, посмотрите. Мы решили все, да? Разобрали все ситуации на дорогах. Верно, ребят? Да. Ну что, отправляемся на следующую станцию? Да. Занимаемся своими местами. На них там. Ну что, поехали дальше? Да. Приготовились.
ни одного дорожного знака. Давайте с вами наладим движение и соберем нужные дорожные знаки. Соберем знаки? Да. Тогда проходите, пожалуйста. На место. Мы с вами будем собирать дорожные знаки. Кладите сам знак. А собирать мы с вами будем под веселую музыку. Ну что, готовы? Да. Тогда раз, два, три. Прыгать!
это значит, берегись, я самый важный цвет. Свет костра и позала, как меня увидят люди, знают, видит ли Бога опасность. Если желтый свет в окошке, подожди еще немножко, подожди еще чуть-чуть, будет вновь свободный путь. Нет, это я важней, мой цвет – цвет солнца. Я предупреждаю, будь осторожен, не торопись. Свет зеленый появился, перекресток оживился, став свободный переход. Смело двигайся вперед, друзья огоньки, прекратитесь путь. Это я самый важный, цвет травы, цвет листьев. Я напоминаю всем о безопасности и спокойствии. Ребята, огоньки, не надо спорить. Давайте будем с вами дружить. Будем с вами дружить? Да. Давайте. Спасибо вам, ребята, но мне пора возвращаться на перекресток, иначе, не дай бог, случится авария. До свидания, ребята! До свидания!